обрыв верхней нити, причины и ремонт. У нас швейная машинка Подольского механического завода, ручная, старенькая. Сейчас мы рассмотрим, из-за чего получаются обрывы верхней нитки. Ну, причины. Сначала, в первую очередь, мы смотрим качество ниток. Нитки не должны быть прелые, старые, с узелками и слабой намотки. Попробуйте ниточки, посмотрите. Если они прелые, то они у вас будут просто-напросто быстро разрываться. Они устанавливаются и должны легко тянуться. Нигде не должны здесь цепляться. Номер иглы примерно должен соответствовать номеру ниток. Чем тоньше игла, тем тоньше нить. Ну, допустим, номер иглы 100, 110, 120, то ниточка должна быть 40. И если иголка 90, то ниточка уже должна быть 60. Ну и так по возрастающей. Если игла 130, то нитку можно уже ставить 30. Правильная заправка ниток. Устанавливаем нашу катушечку сюда. Она должна крутиться у нас свободно. Заправляем в направляющую вот сюда. И заправляем нашу ниточку в тарелочки. Одеваем в тарелочки. Заводим вот сюда под пружинку. Одеваем вот сюда вот на направляющую. Опускаем вниз и задеваем за пружинку живой нити. Вот у нас пружинка живой нити должна вот так вот работать. И теперь одеваем в нити притягиватель. Вот так вот это будет выглядеть. Правильная установка иглы. Иголка у нас имеет колбу и жило. Колба у нас с одной стороны сточена. Она сточена со стороны короткого желобка. Со стороны длинного желобка у нас вставляется нитка. Со стороны короткого желобка у нас носик челнока захватывает ниточку. Берем иголочку и вставляем короткий желобок влево. Вставляем до упора. И зажимаем. Опускаем лапочку и смотрим, чтобы у нас игла шла по центру лапки и не касалась ни одной из сторон лапки. Вот так вот. Она должна идти по центру. Теперь дальше заправляем. И ниточка у нас должна быть как можно ближе к игле. Здесь есть вот крючочек направляющий. И мы берем ниточку и заводим сюда за крючочек. И заправляем ниточку со стороны длинного желобка. Игольная пластина. Снимаем игольную пластину. Игольная пластина должна быть без заусенец вокруг отверстия. Если у нас есть заусенцы, берем алмазный надфилек и аккуратненько снимаем вот эти заусенцы. Вот таким вот движением. После того, как вы сняли заусенцы, пластину нужно отполировать. У меня тоже вот старенькая пластина. Она побитая уже, но тем не менее заусенец нету. Если здесь где-то будет хоть одна маленькая заусенница, и ниточка только к ней прикоснется, и ее сразу же подрежет. Если ниточку подрежет, она начнет слоиться и оборвется. Или же просто так сразу же оборвется, как ножом обрежет. Здесь нужно быть очень внимательным. С этой стороны
и с этой стороны, чтобы у нас не было заусенец. И старайтесь как можно поменьше точить, чтобы дырку не сделать сильно большой. Это тоже очень плохо. У вас тогда на тонких тканей может идти пропуски. Переворачиваем нашу машину. Челнок. Вот у нас челночное устройство. Разбираем. Снимаем пластинчатая пружина. Полукольцо. Смотрите, как должно стоять полукольцо. Вот у нас идут скосы на нет. И оно должно стоять по плоскости. Вот рабочая часть. Вот именно так. Если вы его перевернете и поставите вот так вот, то машина у вас работать не будет. Также нужно посмотреть, чтобы вот здесь вот ногтиком здесь не было заусенец. Это тоже влияет на обрыв нити. Наш челнок. Смотрим, как у нас носик челнока. Тоже смотрим заусенцы. Если поломали иголку, подогнулась, то иголочка ударит в носик, и он может сбиться. Будет заусенница. Заусенница – это верный обрыв нити. Это берется алмазный надфилек. Буквально слегка касаясь, сильно точить нельзя, чтобы вы не испортили конфигурацию носика. Если вы его сильно заточите, он у вас может тогда еще и пропуски давать. Слегонца прошлись, сняли заусеницу и отполировали на полировочном. Также посмотрели заусеницы вот здесь, вот на вот этом полукруге. Снимаем пластину. Сняли пластину. Здесь тоже смотрим заусеницы. Если есть заусеницы, все сделать так же. Алмазным надфилечком слегка, абсолютно, чтобы сбить заусеницу и хорошо отполировать. С этой и с этой стороны. Откручиваем нашу каретку. Наша каретка. Вот у нас также стоит пластина. Вот эту пластину тоже смотрим. Вот здесь вот должно быть заполировано и не должно быть заусенец. Это нужно проверять очень тщательно. Если вы где-то схалтурите и не посмотрите заусеницу, не уберете и не отполируете, то это стопроцентный обрыв. Значит, все нужно смотреть очень внимательно, очень досконально. У меня тоже здесь покрыта эрозией, но вот это сам кончик рабочей части, он должен быть отполирован. Вот это у нас каретка. Сюда ставится вот такая вот пружина. И закручивается здесь двумя винтами. Вот это у нас пяточка. Челночок у нас становится вот так вот. Вот эта пяточка толкает в пяточку челнока и происходит качательное движение. Когда мы поставим нашу каретку, вот эту, и челнок будет в ней
вот так вот стоять, то между вот этой пяточкой на нашей каретке и пяточка челнока должен быть небольшой зазорчик для прохождения нити. Если у вас пятка будет подпружинена к этому, то ваша нить просто не будет легко сбрасываться, и она будет задерживаться, и может происходить обрыв. Устанавливаем. У нас здесь есть пазы, а здесь выступления. Мы их ставим. Иголочку в верхнее положение. Устанавливаем. И вставляем винты и затягиваем. Убедитесь, что село хорошо, и затягиваем. Устанавливаем пластину. Подтягиваем слегка, наживили, и потом затягиваем хорошо. Ставим наш челночок. Вот я поставил челнок. Скажу вам один секрет. У меня не было челнока. И я купил новый, поставил. Когда я поставил новый, машинка старая, то у меня также не было люфта между пяточкой пластины, и нитку обрывала и зажимала. Я пытался его подогнуть. Брал вот эту пластину, накалял на газу и плоскогубцами держал вот так вот. И вторыми плоскогубцами брал, зажимал и кончик чуть-чуть поджимал. Но в итоге ничего не получилось. Эти новые челноки, они намного полнее, чем старые. И мне пришлось эту пластину просто-напросто снять. Я ее снял. И теперь установил. При этом, конечно, пришлось опустить игловодитель. И выставить носик челнока по отношению к иголочке. И тогда у меня машина заработала. Также одеваем правильно полукольцо. Вот эти скосы должны быть наружу. Вот отверстие для направляющих шпилек. Вставляем. Попадаем в наши шпилечки. Вот так вот. И ставим нашу пружину. И зажимаем.